Здравствуйте, я Ольга Витковская, рада вас приветствовать на канале Форекс Новостей Инста-ТВ. Цены на нефть на мировом рынке вели себя разнонаправленно в четверг на фоне доклада по коммерческим запасам сырья на складах США и данные по ВВП Японии выше ожиданий. Фьючерсы с поставкой в июне на американскую легкую нефть марки WTI вчера подорожали на 11 центов или на 0,12% до $92.92 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent просела на 37 центов или на 0,34% до $109.38 за баррель. Как сообщило Министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти за неделю к 11 мая увеличились на 2,1 миллиона баррелей до 381,6 миллиона баррелей, что пошло вразрез с прогнозом экспертов, ожидавших роста на 1,8 миллиона баррелей. В то же время рынок негативно отреагировал на известие о том, что власти США призвали партнеров по «Большой восьмерке» быть готовыми начать использовать стратегические запасы черного золота к июлю. Именно тогда вступает в силу эмбарго ЕС на поставки сырья из Ирана. Разрядила обстановку статистика из Японии. ВВП страны в январе-марте вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,1% к прошлому году. Данные превзошли оценки экономистов, ожидавших роста на 0,9% и 3,5% соответственно. Вы смотрели новости от компании InstaForex. Оставайтесь с нами. До новых встреч!